Фотоконкурс «Мисс Ликвимоли». Доброе утро. Да, доброе, и доброе. Мы хотим еще раз презентовать наш суперконкурс, который проходит, друзья, а точнее наши подруги. Девушки, скорее заходите на сайт Страна.FM, там все подробности, но кратенько расскажем. Ваша задача поучаствовать в нашем конкурсе «Мисс Ликвимоли». 27 декабря мы уже готовы объявить самую красивую женщину, девушку страны. Она поедет со своим спутником в Норвегию. Никита, может, со спутницей, откуда ты знаешь? Ну, написано со спутником. Ну ладно. Хорошо. На горнолыжный курорт на целую неделю. Что нужно сделать, Никит? Что нужно? Нужно свою фотографию выложить в соцсети, в Инстаграм, ВКонтакте с тремя хэштегами. Хэштеги такие. Мисс Ликвимоли, Страна FM и Визит Норвей.ру. Да. Если эти три хэштега будут под фотографией и все сложится замечательно, то, может быть, именно вы поедете в Норвегию. Да. А мы готовы представить нашу понедельничную красавицу. Да. Зовут ее Тамара, она из Москвы. Тамара себе написала, что она главный медиапланер страны. Нашего телерадиоканала? Да? Не знаю. Ни разу Тамару в коридоре не видел. Очень любит природу и Подмосковье. И мечтает о маленьком уютном домике, где сможет проводить свое свободное время с любимым мужем. Вот, да. Тамара, видишь, со спутником поедет. Но так. Тамара не хочет приз в Норвегию. Она хочет выиграть очки виртуальной реальности. Да. О, очки у нас разыгрываются раз в две недели. Это приз зрительских симпатий, который выбирает Совет по туризму Норвегии. И вот, может быть, Тамара станет мисс зрительских возможно. Симпатий. Возможно. Но сейчас про Тамару можно сказать, что, так, глядя на фотографию, что этот человек любит нарушать законы. Вот говорят же, не заходить за перила. Ограждение, да. А Тамара сфотографировалась, она туда перелезла, обняла, так можно еще сказать. И позировала, ты понимаешь? Времени не хватило. Обвела руками, пока не прибежал полицейский, Тамара успела сфотографироваться и таки попасть в эфир телерадиоканала «Страна.ФМ». В общем, друзья, заходите на сайт страна.фм, все подробности там, и выкладывайте фотки Инстаграм, ВКонтакте девушки с хэштегами «Мисс Ликвимоли», «Страна.ФМ» и «Визит Норвей.ру». И, может быть, мы уже увидим завтра вас, кто знает. Да, ведь каждый да. день мы подводим мини-итоги. Конечно. Да. Оставайтесь с нами, друзья. Фотоконкурс «Мисс Ликвимоли».